Спасибо, дорогие друзья. Вот я еще и петь не начала, а уже столько цветов мне надарили. Думаю, может, и не петь уже, чувак. Спасибо вам, что вы вместо того, чтобы гулять по бульварам или на даче, наслаждаться природой, соловьями, вы сегодня здесь с нами в этом зале. Это для нас очень ценно. Рада видеть всех, особенно внезапных гостей иногородних. Но мы еще там поговорим про это сегодня. Так и знаете. Вы попали на заседание клуба «Споемте, друзья». Да? Ну, вы в курсе. Это такие наши вечера или утренники, когда зрители поют, а мы слушаем. Или чуть-чуть подпеваем, аккомпанируем. Поем мы здесь песни, как правило, хорошо, широко известные. И поем песни по поводу, который в этот день случается. Ну, конечно же, мой день рождения – это повод вполне себе. Спасибо. Но сегодня еще много замечательных праздников. Так что готовьтесь петь громко, весело и задорно. Начнем с песни, в которой упоминается мое месторождение. Это город Владивосток. Стихи Юрия Висбора, музыка Виктора Берковского. Вы теперь к разлукам привыкаете, к пуританству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте отыщите порт Владивосток. Там оставил берег за кормою, в море отправляются суда. Тихо там восходит надо мною тихоокеанская звезда. Тихо там восходит надо мною тихоокеанская звезда. Вы теперь, пожалуйста, простите все ошибки сухопутных дней. Вы теперь, пожалуйста, любите нас и повернее, и посильней. Вы в кому-то другие звезды спрячьте, чтобы вам светило иногда тихо восходящая над мачтой тихоокеанская звезда. На перрон Приморского вокзала мы придем, когда наступит срок. Поезда отсюда лишь на запад, пароходы только на восток. В жизни может многое случиться, но теперь сквозь все мои года тихо будет надо мной светиться тихоокеанская звезда. Тихо будет надо мной светиться тихоокеанская звезда. Я забыла вам сказать, что обычно мы на наших вечерах первое отделение поем подготовленную нами программу, а вот второе отделение готовите вы по заявкам. То есть вы формулируете заявочки и нам в течение первого отделения присылаете, а мы в антракте составляем. А. Хорошо. Но все-таки я вам рекомендую заявки все-таки приготовить, потому что если вы, так сказать, заявок не будет, то мы домой пойдем просто. И все. Пораньше вас отпустим тогда. Или споем второй раз первое отделение. Тоже хорошо. Друзья, сегодня, кроме моего дня рождения, отмечается масса замечательных праздников. Например, День отца.
И вот в этом месте я, как именинница, имею право вспомнить своего отца и его любимую песню. Новелла Матвеева. Развеселые цыгане по Молдавии гуляли, и в одном селе богатом ворона коня украли. А еще они украли молодую молдаванку, посадили на полянку, воспитали как цыганку. Навсегда она пропала под тенью загара. У нее в руках гитара, гитара, гитара. Позабыла все, что было, и не видит в том потери. Ах, вернись, вернись, вернись. Посадила на поляну, воспитала как цыгана, научила бить баклушки, красть игрушки из кармана. С той поры про маму, папу забыл медвежонок, прижимает к сердцу лапу и просит денежонок, держит шляпу вниз тульёю. Так живут одной семьёю, как хорошие соседи, люди, кони и медведи. По дороге позабыли, кто украл, а кто украден. И одна попона пыли на коне и на краде. Никому из них не страшен никакой недуг, ни хворость. По ночам поют и пляшут на костры, бросая хворост. А цыганка добрым людям, прохожим ворожит все, что было, все, что будет, расскажет, как сможет. Что же с ней беглянкой было, что же с ней цыганкой будет, все, что было, позабыла, все, что будет, позабудет. Знаменитый образ отца в бардовской песне. Кто угадает с первого раза? Правильно. Ну хорошо, а второй по популярности? А? Нет. Папа может, это не барды сочинили. Значит, давайте второго по популярности сначала споем. Евгений Николаевич? Лидия Олеговна, это «Представляю нас». Вдруг кто не знает. На кочках цветочки, за кочками лес, на дальней глухой полустаночек, наладив пилу да рваночек, с утра мы приехали строить навес на дачке Евгению Иванычу. А дачи-то дачи и нет у него. Купил он участок заброшенный, доплелся с посильною ношею. И вот посреди барахла своего стоит он в тельняшечке ношеной. Ах, Евгений Иванович, полосочку, ой, да шкиперская борода!
держит в левой он детскую сосочку, держит в правой орудие труда. Евгений Иванович морская душа, и дочка его Маришарочка, душою морскою в папанечку расписывать всем, как она хороша. Часами он может за чайничком, но нам не до чаю, мы рвемся скорей закончить навес перемычками. А то ведь беда с электричками, а спать как хозяин без стен и дверей. На голой земле без привычки мы залезает он в спальничек спаренный, каждый вечер себе говоря: ничего, перетерпим, не барим, мол, будем греться пока изнутря. Корежит и гнет его радикулит прохладною майскою ноченькой, но строит и строит он прочненько, отдачи все нет, а мотор барахлит. Плевать не себе же, а доченьке. Я знаю, удача будет, я знаю, садутся весть способны наши люди не спать, не пить, не есть, таскать кирпич под мышкой, век путаться в долгах, чтоб свить гнездо детишкам у черта на рогах. Оркестр. Пальцем торопимся мы хозяйство Евгения Ивановича, навесом укрыть, ибо мало ли чего, чтоб больше Евгения Ивановичу не оборачивать пленкою на ночево. Ну и, конечно, самого знаменитого тоже не обойдем вниманием. Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Жизнь без мамы не мед, это ж каждый поймет, а с отцом и подавно. В доме трам-тарарам, папа нас по утрам кормит женою кашей. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до жалости наших. А пожалеть хочется очень, мы ведь не так много и хочем, каждый отец, и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось, и была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу, и пошли на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы, как с балкона мы, ах, сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли б внизу реки, поля бы у всех бы пап, падали шляпы, вот красота. Только бы папа не увидал, я почти улетал, но отец увидал, представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежала. Папы страшен оскал, я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня папа шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанье попы, вот подрасту и буду шлепать попы я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним, мы забудем о ссоре. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Мне б достать порошка, пол посыпать слегка, бросить спичечку на пол. Как взлететь я хотел, что ж, коль сам не взлетел, так взлечу вместе с папой. На-н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 а-
И вот так вот медленно и плавно мы переходим к празднованию Дню медика. Вы же знаете, что Вадим Егоров, он дефектолог, педагог-дефектолог, но практически врач.
Вот. Но самый знаменитый врач в бардовской песне это... Именно. Друзья мои, я обнаружила страшное. За много лет, и даже уже больше 10 лет, почти десятилетий существования нашей программы, мы ни разу не спели на наших вечерах песню Розенбаума. Как мы умудрились избежать этого, неизвестно. Компенсировать. Надо немедленно это исправить. Самая знаменитая, самая любимая всеми песня Розенбаума — это «Вальс Бастубац». Тоже хорошая песня. На ковре и желтых листьях в платьице простом из подаренного ветром гребешина танцевала в подворотне осень вальс бастон. Отлетал теплый день и хрипло пел саксофон, и со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы, танцовщица золотой, захлопав крыльями. Как давно звучала музыка там, как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Там листья падают вниз, пластинки кружится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Опьянев от наслаждения, а года забыв, старый дом давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качался, окна отворив, и всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем. Часто вижу сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Там листья падают вниз, пластинки кружится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Кто-то вспомнил гоп-стоп, так это я не против. Нет, я очень люблю именно одесский цикл. И вот одну песню, самую любимую из этого цикла, я вам сейчас и спою. День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Гоняй мошек, спит гнедая лошадь, мордой прислонившийся к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно.
извозчик, два червонца, как с куста. Если меня пьяного дождешься, погоди, извозчик, я так устал. Ну когда же ты за мной вернешься? Фаэтон открытый, цокают копыта, закружил мне голову жасмин. И швыряет с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. Извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро. Только поднимусь, скажу я ей о любви, чтоб потом не подойти на выстрел. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, и, кстати, к Дню медика. Сегодня мне очень приятный сюрприз сделала прекрасная женщина из Петербурга. Приехала туристка 60-х годов, Валентина, всегда в Петербурге ходит на наши концерты. И вот, она в Москве, это так приятно. Стихи, как всегда, есть, ну, там внутри личное, а вот снаружи я... прочитаю, потому что это всем полезно знать. Смотрите. От всех медицинских работников нам наказ. Поздравить рады в день рождения, здоровья, счастья пожелать. Под диспансерным наблюдением свой путь по жизни продолжать. Друзья, мне кажется, это просто наш девиз. Под диспансерным наблюдением, потому что нечего запускать здоровье. Да, Евгений Николаевич? Да. Что-то я сейчас вот вспомнил как раз. И, знаете, и же место, вот, в котором мы собрались, тоже не чуждо значит, теме медицины, потому что именно здесь, по-моему, год или два назад... Кто-то заболел. Нет, наоборот. Выздоровел. Прошел корпоратив медицинских работников, возглавлял который... Мурашка, вот в соседнем зале. Мы пели для них. Ой, Мурашка очень злой. Нам нужен злой такой. Это был ковидный год, друзья. Поэтому он был нормально еще. Вот, и как раз тему здоровья продолжаем. Сегодня день чекушки. Слава богу, песен с упоминанием водки. А чекушка — это водка. Всегда, да? Ну, не вино же, не коньяк. Слава богу, песен таких у нас в достатке. Самая наша любимая песня – это песня «Городок», где муж пошел за водкой. Вообще, эта песня подходит под любой праздник. Что день собаки, там, не знаю, день рождения Паниковского, там, ну, день орнитолога, что угодно. Прекрасная песня, тем более, что все вы ее знаете наизусть. С какой же ненавистью водку пьют на солнце шахтеры, барды, воспитатели ясли. Ой, прочтите! Евгений Николаевич, просим! Я боюсь. Не бойся. Да. День чекушки, так день чекушки. Сразу вам скажу, что я никогда не учил, всегда только слушал. Вот, но в качестве слушателя, мне кажется, смогу и воспроизвести. Итак, Леонид Сергеев, стих. «С какой же ненавистью водку пьют на солнце шахтеры, барды, воспитатели яслей, и то, что якобы она выводит стронций, ее не делает просхладнее и вкусней. Напиток корчится и просится наружу, а в горле комом изумленная душа, и кислый привкус алюминиевых кружек живет во всем своей стойкостью страша. И так... В зените смертоносное светило. Те, кто решились, тихо просят, не смотри. Глоток, другой, и разрывающая сила бьет прямо в теме, извините, изнутри. Потом удар такой же силы прямо
в копчик, да, подожди, только изнутри. Потом удар такой же силы прямо в темя, как старт ракеты, типа «Стингер, воплоти». И недожившее значное время тихонько молят: «Ух ты, Господи, прости!» Дрожат ресницы, уши, руки и колени, мозги мягчают, словно пена для бритья. Но удивительно, что гадость ощущений уравновешивает гадость бытия. И все равно, что происходит с селезенкой, и все равно, кто в Белом доме, кто в Кремле, и рельсы бьют по голове легко и звонко, и не осталось крыс на нашем корабле, и понедельник начинается в субботу, и каждый день с утра на бой, на труд. На солнце водку пить – тяжелая работа. Вот только жаль, за это денег не дают. День стирает прачка, муж пошел за водкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки. Если в доме кто заплачет, загрустит в сторонке. Сегодня плакать в городе Тарусе. Есть кому сегодня плакать, девочки Марусе. Опротивили Марусе петухи да гуси. Сколько ходит по Тарусе, Господи Иисусе. Такие перья, да такие крылья, полетела прямо в дверь, бросилась в ковылья, чтоб глаза мои на свете больше бы не глядели. Петухи жить Марусе в городе Тарусе. Петухи одни да гуси, Господи Иисусе. Песню с упоминанием водки вспомнить? Так, дай-ка мне посмотреть. Вот собираемся песню про водку петь, а гитары настраиваем. Мы же трезвые поем. Ну? Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плывем вперед по обрису. Нету карты, плывем вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Большой реке я на утро выйду, на утро лето.
это кончится. И подлать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плывем вперед по абрису. На это место уж нету карты, плывем вперед по абрису. Вот сейчас начинается самое интересное. У нас день морской черепахи. Ну, сначала мы споем песенку, где поэт Роберт Рождественский хотел поесть суп черепаший. А насчет второй песенки я вам предлагаю пофантазировать. Ну, фантазируйте пока. Я мечтала о морях и кораллах, я поесть хотела суп черепаший. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метель все за окном завывает. Только в клетке говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетке говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У подножья встану горы громады, я к подножию щекой припадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. А весною я в несчастье не верю, и капели не боюсь моросящей. Весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. А весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. Черепаху что-нибудь. Евгений Николаевич приготовил вокальный номер. Встречайте. Я на солнышке лежу. Я на солнышке лежу. И на солнышко гляжу. И все-таки я не понимаю, как это спать с открытыми глазами. А ты закрой глаза и представь, что ты спишь. И поешь. Я бы вот с удовольствием. Носорог рок-рок идет, крокодил-дил-дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. А теперь ты пой сама, потому что не могу же петь сам про себя. Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не гляжу. Бадам-дадай, бадам-бадай, бадам-бадам.
Какая хорошая песенка. Вы замечательная песенка. А теперь покатай меня. Там-там-там-там-та-дам-там. Е-е-е. Там-там-там-там-та-дам-там. Е-е-е. Там-та-дам. Там-та-дам. Там-там-там-там. И когда солнышко закатилось, они расстались. Слава Богу. Что, такое ощущение, что что-то было все-таки. Я, знаете, вспомнил КВНовский, говорит, а у нас в подвале крысы развелись. Ну вот, это ж понятно, я сразу не верил в их отношения. Нет, у нас веселее был номер, сейчас вспомнила, раз в на то пошло, в Нурдосте. Значит, Нурдост, репетиции идут еще только все работают, там пытаются нащупать какие-то там нюансы в ролях. И вот я наблюдаю разговор двух Марьи Васильевны, да, понимаете, да? Вот, и две актрисы, которые исполняют роль Марьи Васильевны, они, значит, друг с другом разговаривают, обсуждают роль. И одна другую спрашивает. А как ты думаешь, у Марьи Васильевны с Кораблевым что-то было? Другая отвечает, я не знаю. Но я буду играть, как будто было. Вот так вот. Ну что ж, сегодня день рождения ВДНХ. Ну что ж, как же мы не отметим этот замечательный праздник замечательной песней? Молодцы! Культурные коды в действии! Московском просторе светят звезды Кремля в синеве, и как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве. Нас веселой толпой окружила, подсказала простые слова, познакомила нас, подружила в этот радостный вечер Москва. И какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами, зазвенит колокольчик «Прощай!» За горами, лесами, полями ты хоть в песне меня вспоминай. По какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, волны радио ночью примчатся из Москвы сквозь морозы и дым. Голос дальней Москвы мне казаться будет голосом дальним твоим. Но я знаю, мы встретимся скоро, и тогда, дорогая, вдвоем на московских широких просторах мы опять эту песню споем. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве. Знаете, год полон юбилеев, да, таких грандиозных. Но про один юбилей, как мне кажется, как-то вот, знаете, немножко
забыли. Ну, не то чтобы забыли, вроде как отметили, но не так пышно, как оно того заслуживает. А в этом году, 9 марта, исполнилось 90 лет Юрию Гагарину. Никитин 8 марта родился. А это 9 марта. Он родился, кстати, в деревне Клушино Гжатского района Смоленской губернии, Смоленской области. А я родилась-то во Владивостоке, но выросла-то я в Смоленске. И у нас Гагарин — это национальный смоленский святой. И мы ходили в детстве в походы. В 82 году я лично познакомилась с мамой Юрия Гагарина. Она давала нашей группе вот автограф. И с сестрой, со старшей. Они вот так и живут там же, в этой деревне Клушино, ну, теперь уже Гагаринского района Смоленской области. Вот в таком домике деревянном, обыкновенном, вот как они жили во время войны, так они вот там и жили в 82-м. То есть никаких хором у них сказочных не было. Вот, и Юрий Гагарин, это, конечно, он ведь ровесник Висбора, да? Улыбка Гагарина, улыбка Висбора, да, это незабываемые такие. У нас, кстати, в зале есть реинкарнация Гагарина. Это мой друг, неожиданно приехавший из города Пскова, Саша. Саша Шереметов, можно тебя попросить? Ну, выйди на сцену. Ну, пожалуйста, иди, очень прошу. Ну, улыбнись. Ну, да. Ну, не, вот он такой же стеснительный, как Гагарин, застенчивый. Ну, повернись. Поехали. Ну что ж, заправлены в планшеты космические карты, друзья. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте же, ребята, закурим перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, бескрайние поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Первая песня, которая прозвучала в космосе под гитару. Как-то протащили гитару на борт, понимаете ли? Космического корабля. В самолет не можем с ней зайти. В космос. Это был космонавт Вахненко. Вот, он спел песню Юрия Висбора, который тоже у нас юбилей же, да, отмечаем 90 лет. Вот сейчас, вот прямо вот-вот-вот будет 90 лет Юрию Висбору 20 июня. А первая песня, прозвучавшая в космосе, это «Домбайский вальс».
у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Ирцок. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда кончается март. Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. И еще одну космическую песню мы споем. У нас здесь главный конструктор Российской орбитальной станции присутствует, между прочим. Давайте его... Владимир Кожевников. Вот с него спросим потом, как там что полетит у нас. Вот. Он к нам все время ходит, на наш постоянный участник, так что мы его всегда достанем, если что. Вот. Еще одна песня, называется она «Ключ». Юрий Висбор сочинил стихи, посвященные Валерию Рюмину. Как Таня Висбор нам давеча рассказывала, «Ключ», почему эта песня возникла, потому что Висбор как-то спросил своего друга, близкого Рюмина, Валерия Рюмина, а как ты вообще, не страшно тебе там, там? Он сказал: нет, я всегда беру с собой ключи от дома. То есть это как бы такая талисман, чтобы вернуться назад. Музыка Сергея Никитина. Когда-нибудь, страшно подумать, когда сбудется день иной, когда мы с тобою вернемся туда, откуда ушли давно. Когда мы прорвемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в других мирах. Когда вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. И может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда в молодые года. Обнимем мы наших любимых подруг, скинем рюкзак с плеча, в забытую жизнь, в замечательный круг бросимся сгоряча. Там август, как и вилы, вонзает лучи теплым стогам в бока. Там тянут речные буксиры в ночи на длинных трассах закат. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. И может удастся нам снова достичь рубежа
притяжания земного, который легко достигался, когда в молодые года, тогда в молодые года. Другие ребята за нами пойдут дальше, чем мы с тобой, а нам оставаться по-прежнему тут. Что ж, отгремел наш бой, и если покажется путь невезуч, и что на покой пора, не даст нам покоя ни память, ни ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы скажем, что все позади, и может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, и может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года, тогда в молодые года. Первое отделение. Я так понимаю, что второго не будет у нас. Ну, и ладно. Вот. А, не волнуйтесь, не волнуйтесь, не берегите. Так, я мимо вас же все равно бы пошла. Так. Еще один юбиляр, которого, ну, нельзя не вспомнить. Булат Акуджава. Недолг, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще рокочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной вечно на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто по-другому, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущем гле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной вечно на земле. Да-д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 а
вывесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Я знаю, вечер, ты в платье шелковом пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, Надя, брось коней, кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Ах, Надя, брось коней, кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. А кони в сумерках колышат гривами, автобус новенький, спеши, спеши. За ту гривенный в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне б за ту гривенный в любую сторону твоей души. Она в спецовочке такой промасленный, берет немыслимый такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Счастливы, куда же гонишь ты своих коней? А кони в сумерках колышат гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души. В любую сторону твоей души, в любую сторону твоей души. Антракт!